Всем привет! Смотрите, какое сегодня у нас небо на закате. Какое-то прям адское. Обалдеть! Я такого еще не видела. Уже так немножко темнеет. Вот тут прям светленько все смотрится. А на небо показываешь, кажется, темно. Сразу раз и темнее. Ужас, смотрите, что. Вот такое небо у нас сегодня над Барнаулом. Девятнадцатое мая. Да. И кабан пришел. Кабан. Ну, ты пришел тоже небо посмотреть? Он как. Да, вот это небо. Как может нас природа удивлять? Иногда прям поражаешься. Что, прибежал опять? Что, тебе тоже страшно? Куда ты полез? Что там такое? Ой-ой-ой. Даже кот понимает, что какое-то небо не такое. Да, кабан? Кабан, куда ты там смотришь? Ну, повернись сюда. Что ты там увидел? Там, наверное, кто-то тоже смотрит на небо, да? Ну, небо, конечно, вообще... Слов нет. Одни мысли. А тут все у нас уже порасцвело. Все березки, красавицы стоят. Кстати, рябина цвет набрала. Это папина рябинка. Ну, очищается небо немножко. А нет, там вон тоже идут такие же дальше. Наверное, завтра ветрище будет страшный. Да, кабан, тоже говоришь, страшно будет. Ладно, всем пока.